Завод «Тайга» в Хабаровске не продается. Директор предприятия заявил, что объявление о продаже готового бизнеса появилось по ошибке и стало для руководства полной неожиданностью. Напомню, что сообщение о продаже «Тайги» было размещено на одном из популярных сайтов. За подробностями на завод отправился Даниил Маевский. Сегодня предприятие работает в обычном режиме. В прошлом году на заводе провели модернизацию. Приобрели полуавтоматическую установку для производства тары, чтобы процесс был бесперебойным. На случай, если предшественник этого аппарата выйдет из строя. Кроме того, сейчас ведется монтаж новой конвейерной ленты отечественного производства. Мы на рынке себя сегодня чувствуем хорошо. Мы заключаем дополнительные договора. Мы выходим на другие регионы, заключаем с крупными сетями и уже работаем с ними. Главные мысли у руководства и у сотрудников о лете. Это золотой сезон для производителей напитков. С наступлением тепла потребность в квасе растет. Становится популярным и дальневосточный чай «Кусун», разработанный в прошлом году. Теперь его также продают на разлив в 80 уличных точках города. Информацию о продаже старейшего завода Хабаровска опровергли и в правительстве региона. Безусловно, это и налогоплательщик, и работодатель, и он вносит значительный вклад, в том числе и в производство безалкогольных напитков в крае в целом. Сегодня «Тайга» выпускает 10 наименований напитков. О смене собственника речи не идет. В появлении недостоверной информации, считает директор завода, сыграл свою роль человеческий фактор. Учредитель предприятия находится в Москве. Он планировал продать небольшое помещение, которое никак не связано с производством, а риэлтор не так понял заказчика. Сегодня объявление убрали. Даниил Маевский, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».